дорогой Ризо, я вас знаю как замечательного кинематографиста. И, конечно, мы все ждем от вас таких же высот, каких вы достигали в кинематографе. Потому что искусство театра кукол невероятно. Вот нашему театру уже 53 года, а мне все кажется, что мы только начинаем, что мы только-только что-то догадались, что еще впереди можно сделать гораздо интереснее. И вот вы вместе с нами. Я рад, что вы в нашем поезде едете. Я рад, что вы занялись этим искусством. И мы все ждем от вас очень многого. Будьте счастливы! Он появился в Тбилиси совсем недавно. Приняли его радостно, как долгожданного друга. И неудивительно. Тбилисцам этот театр близок. Его традиции складывались еще в те времена, когда на площадях и улицах древней столицы устраивались народные гуляния и мистерии. Поэтому не случайно, что театр марионеток расположился в самом центре старого Тбилиси. Его по праву можно назвать детищем известного кинодраматурга и писателя Резо Габриадзе. Окружив себя такими же энтузиастами, он вдохнул жизнь в маленький и трогательный мир смешных человечков.
Триани, камо хеби, срам харо. Матло федо, пролистаси, амесо. Цетши витви, куси сари, дамесо. Роба, рамдени сиагровет кошки сатвис. Хумарк цивата. Эсра, диде були сазо гадоэ ваше гребила Монмартрзе. Монмартрзе. Лузлодре пистислей, мане моне да писаро. Филис. Παλαγζε ζακουσκά, κουλικά με πίσαρο. Μα είσαι και μος πίλησο, αίρο γοργά ζαράλεπε. Χρεστά είπα να πάσχει, τα χέλα πρβιά πάβλα. Привело меня в Ленинград. Напротив гостиного двора, спасаясь от дождя, я забрел маленький очаровательный театр на Невском, театр Домини. И там я впервые увидел марионеток. Я запалел этими марионетками и постоянно болезнь давала о себе знать. Я познакомился с удивительными людьми, с удивительным миром. И вот в старой части Тбилиси, в старом особняке, был открыт театр на 45 мест. В этом маленьком зале за эти 4 сезона уже побывало почти 120 тысяч зрителей.
И вот когда количество зрителей превысило наши возможности нашего маленького зала, было решено построить новый театр. И так началось строительство нового театра. Театр на этот раз будет вмещать 100 зрителей. Театр, есть сцена, есть зритель, который жаждет попасть в этот театр. И я тут загляну в колодец своих воспоминаний. Я увидел свой маленький город Кутаис, он тогда был маленький, сейчас он большой индустриальный центр Грузии. Я вспомнил свое детство, я вспомнил его тихий бульвар, как дурманяще пахло там магнолии, там вспомнил скамейку поэта. И многие-многие образы выплыли в моей памяти. Я решил поставить новый спектакль именно воспоминания моего детства. Холод чемин сухарева шанс пили спиру на хаоба. Да, гори куда шел с Георгий с Фалитомок, румал вегах и виангас с Валей Мерунце в рецепт. А вот ты в лисица Гордзунов, сучем у вас. Да, мамы китхе Муравьев, Нахчванский, Эленес Хелзевьян, брата князь Аргутинский сад Фудс вен Мокитхва. Мамы китхе Макайлай Кручинский, Тархановиц Мидзабла, мамы китхе Албат Кахов Савзино Сменен, жестокой крепости, уж святый. Мрады став штеви умзорвались из под висями до сих пору литхан Иисуса, кутре садов сасу Эврома, а да и... Сана иде, угре, шаван, сана гуде, сана, со, иге бада, роган, иде, нагал, селян, да, 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 Хелина Джерисада, ну вот садука, а именно Джерисада, да, это...
Ama midi Hamlet. Hadi gamo diyakit. Gamo diyakit. Hamlet. Mesela ait neyle? Bunda daha... Yoksa bak. Meri kadayı tane. O eka da eski aksin. Колга мачуне. А вам копикация. Но и цедера, и рагас нет, а если. А если, да. Мак, эй, запи. А я говорю, эй, запи. Что тогда сказали были? А если. Это сам сантиметр. Как? Как моча, эй. Там гавни сам бавис. Эх, сальный отход, момцет. Да, музыка, и си. А если, товари тема. Да, рачу не писан. Эй, гавсня. А? Не на гавсат. Води там рыгов. Эй, гендал бидер. Что? Это что? Это что? Это что? Это что? Это что?
ეხლა გვაჩვენე ეს ნომერი. ეხლა უნ მომენტო. ოპ, ამოდრე. არ მიდი. აი აქა. აი ძმაში. გავიდე. ეს თოჯინა. გავიდე. კეთდება. აი ეს თოჯინა. აკიდა. აი ეს თოჯინა. აი ეს. აი ეს არის. ალფრედი ვიტი ბიზნესი. მარა. აი ეს ბორნებს. აა, ეს. ის და უკავს.